Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наташа, и сегодня я хочу вам рассказать о чудодейственных свойствах листьев малины для беременных при подготовке к родам. Да, эта тема очень интересна, актуальна, конкретно для меня, и надеюсь, будет полезна вам, потому что я уже малину пробовала пить перед своими вторыми родами, и скажу, что эффект есть, потому что во время первых родов у меня была эпизиотомия, то есть то ли моя шейка недостаточно раскрылась, то ли промежность была не сильно эластичная, и ребенок был крупный, кроме всего прочего, и поэтому мне сделали надрез. Во вторых родах у меня был такой же тяжелый ребенок, как и первый, то есть даже тяжелее, если Сашка у меня родился 3 килограмма 990 грамм, то Маша родилась у меня 4 килограмма 50 грамм. То есть Маша была тяжелее, но тем не менее роды были намного легче, чем были первые роды. Я, конечно, не знаю, возможно, это просто вторые роды всегда легче, но я все-таки связываю это с тем, что я пила листья малины курсом. То есть примерно с 36 недели нужно пить, заваривать листья малины и пить по схеме. И у них такой накопительный эффект, который проявляется конкретно во время родов. И я хочу сказать, что вторые роды у меня были очень быстрые. То есть если у меня в первых вообще не было схваток, и мне их вызывали препаратом, окситоцином, то вторые роды начались схватками, то есть я их ощутила еще дома, спокойно собралась и поехали мы в роддом. После приезда в роддом через час у меня уже была на руках дочка. То есть вы сами можете понимать, что достаточно эффективно работают листья малины, как я считаю, потому что приехали мы в роддом с раскрытием 3 сантиметра, и через час у меня уже дочка была на животе. Поэтому честно, я верю в это, хотя я говорила своему гинекологу об этом. Явление употребления листьев малины перед родами, она на меня посмотрела косо и сказала, что это, скорее всего, эффект плацебо. Я не буду спорить с ней, потому что многие девочки в интернете пишут, что да, действительно, им тоже они помогли, многие акушерки. Такие пожилые бабушки говорят о том, что действительно нужно пить малину для того, чтобы родить вовремя, легко и в срок, и без кесарева сечения. Поэтому будем надеяться, что все-таки листья малины все-таки оказывают положительное воздействие на организм, на мой организм. И я также планирую их пить с 36 недели в этот раз. Так как в прошлый раз я узнала о них достаточно поздно, то я покупала сушеные листья малины по интернету, заказывала где-то, я уже точно не знаю где, но в принципе, если вы поищете, то найдете. Я покупала 2 пакетика, к сожалению, не знаю, какой их объем, потому что уже забыла совершенно. Но могу сказать, что одного мне точно не хватило, и половину второго я выпила. В этот раз все-таки я уже подготовленная, и я знаю, что они мне пригодятся, поэтому я решила заготовить самостоятельно листья малины на даче. Итак, когда же необходимо заготавливать листья малины? Малину нужно заготавливать в июне-июле месяце, до того, как она начнет уже родить ягодами. То есть, когда листики свеженькие, красивенькие, и они обладают достаточно целебными свойствами для того, чтобы именно их употреблять в чаях. И сейчас как раз июнь месяц, и в принципе некоторая малина уже начинает родить, ранняя малина, но у нас есть ремонтантная малина, которую мы срубаем каждый год под корень, и она с весны начинает расти как бы по новой. Это делается для того, чтобы был хороший урожай, чтобы она не померзла зимой, и, соответственно, она дольше остается такой целебной, скажем так. Если вы живете в более северных
регионах, нежели находится Киев, то, наверное, вы их можете совершенно спокойно заготавливать и в июле месяце листья малины. Но опять же я напоминаю, что нужно, чтобы малина еще не давала ягод. Я срывала буквально с каждого кустика по 2-3 листика. Все это потом помыла, положила в электросушку и потом и поставила сушиться. Одна партия листьев у меня сушится за 4-6 часов, но это у меня обычная электросушка из Зидри, без кнопок, наворотов, то есть просто включил в розетку и она работает. И в общем, как бы вот на этой сушке, правда сейчас жарко на улице, оно у меня сушится 4-5 часов. Потом получаются вот такие вот листики малины, видите, я уже все приготовила и показываю свой объем. Мне кажется, что нужно будет еще немножко их измельчить, просто руками пожмакать и измельчу. Немножко еще добавлю, наверное, сделаю третью сушку. У нас из Изидри, и в ней, по-моему, 7 или 6 этих поддонов. Вот. Наготовила такую штуку. Что хочу сказать о листьях малины. Они, их не срок годности, скажем так, 2 года. То есть, если вы заготовили этим летом, то через 2 года летом вы уже как бы должны заготавливать новые листья, если вдруг вам они необходимы. Поэтому тоже будьте внимательны, когда вы покупаете у кого-то эти листья, смотрите на срок изготовления, чтобы не прошло 2 года с момента запаковки этих листьев в упаковку. Потом, как бы, когда я их измельчу, мне легче будет, кстати, их запаривать, потому что запаривать нужно 1 столовую ложечку. Понятное дело, что если небольшие и крупные, то мне довольно-таки будет сложно отмерить 1 столовую ложку. Поэтому, да, буду их измельчать, как вот здесь вот они уже есть измельченные. Это просто сегодняшняя партия более цельненькая. Также хочу заметить еще другие ценные качества листьев малины, которые, возможно, помогут вам также избавиться от некоторых своих недугов. Листья малины помогают при борьбе с ОРВИ, с лечением простудных заболеваний. Также они обладают жаропонижающими свойствами, обладают кровоостанавливающими свойствами, выводят шлаки и вредные вещества из организма, укрепляют иммунитет, а также обладают вяжущими свойствами. При расстройствах это очень помогает. В составе листьев малины имеются такие вещества, которые помогают матке подготовиться к родам и размягчают шейку, подготавливая ее также к родам. Если вы будете пить листья малины, то в процессе родов у вас подействует тот фитопрогестерон, который имеется в листьях малины, и поможет вам легко родить, так говорят специалисты, травники. Уровень этого гормона в листьях достаточно маленький, поэтому необходимо пить листья малины заранее, для того, чтобы получился такой накопительный эффект. Но, в принципе, накопительный эффект относится ко всем травянистым растениям, а также к гомеопатии. Эффекта молниеносного вы от этих действий не получите. В некоторых источниках я читала, что рекомендуют пить листья малины, начиная с 8 недели беременности, именно из-за того, что она помогает в профилактике различных заболеваний. А, как известно, иммунитет у беременных падает, поэтому хоть какая-то поддержка, она будет очень кстати. Но я считаю, что это не так, хотя, конечно, я могу и ошибаться, но тот природный алкалоид, который находится в листьях малины, фрагрин называется, он вызывает тренировочные схватки в брекстонах. И тем самым они подготавливают матку и шейку матки к родам. И если вы будете начинать пить с 8 недели, то у вас, получается, автоматически могут начаться вот эти вот тренировочные схватки на достаточно раннем сроке, очень опасном сроке в первом триместре, когда, в принципе, происходит очень много негативных моментов в жизни беременной. И на 8 неделе могут начаться тренировочные схватки под действием этого алкалоида, которые могут привести к каким-то очень негативным воздействиям. Поэтому
Лучше, конечно, все-таки пить листья малины, начиная с 36 недели, когда, в принципе, ребеночек уже готов к появлению на свет. Итак, как же нужно готовить листья малины? Нужно брать 1 столовую ложечку и заливать ее кипятком, накрывать и давать настояться примерно 10 минут. И в зависимости от срока беременности вы должны его выпивать или уже охлажденным, то есть вот остывать его и выпить через полчасика или час, в зависимости от того, насколько будет адекватная температура, или выпить практически сразу. Итак, в 36 недель вам нужно выпивать всего 1 чашку охлажденного напитка из листьев малины. В 37 недель вам нужно выпивать 1 чашку 2 раза в день, уже немножко потеплее. В 38 недель вам нужно выпивать уже 3 чашки в день, опять же тепленького настоя. В 39 недель уже 4 чашки, такие погорячее, то есть практически сразу после того, как она настоится и заварится. И в 40 недель нужно также выпивать по 4 чашки, но горяченького настоя, как только у вас он заварится, сразу нужно его выпивать. И я нашла информацию о листьях малины во время второй своей беременности, когда сильно переживала по поводу того, что моя шейка, она у меня, скажем так, начала открываться, открытие было внутреннего зева, где-то на 16 неделе, и мне кололи магнезию, ставили капельницы для того, чтобы она закрылась. И после того, как мне ее покололи, она немножко закрылась, и она уменьшилась в размере шейка. И всю беременность вторую я за ней следила, чтобы она не уменьшалась, чтобы оставалась прежней, не открывалась. Было достаточно нервный такой период, переживательный, скажем так, но все-таки все произошло хорошо. Прошло хорошо, и я думала, раз меня уже покололи, сделали так, чтобы шейка закрылась, то нужно теперь думать о том, что сделать, чтобы в родах она нормально раскрылась. Потому что я думала, вдруг эта вот магнезия так подействует, что все, оно будет твердое, железобетонное, и я не смогу родить. Поэтому я искала разную информацию по размягчению шейки и наткнулась на вот эти вот упоминания о листьях малины. Я считаю, что мне это помогло. Хотя многие девочки в процессе уже подготовки к родам принимают какие-то другие препараты лекарственные. Но я думаю, что все-таки лучше попить травку, чем употреблять какие-то лекарственные препараты перед родами для размягчения шейки матки. Я очень надеюсь, что вам это видео было полезным. Большое спасибо, что посмотрели его до конца. Ставьте пальчики вверх, если оно вам понравилось. И до скорых встреч. Пока-пока.